И всем привет, веселки, с вами Твикал, и сегодня будем играть Техно Мэджик Скай на сервере Excalibur Craft. Ребят, сейчас я снимаю один, так как мистера Крипера я почему-то забыл позвать, но, ребят, ничего страшного. Давайте без всяких лишних слов, погнали! Ребят, как вы помните, по предыдущей серии мы занимались вот такой вот штукой, как автосито. Мы тут уже вот поставили вот такой вот блок, как вы помните, вот я еще хотел его поставить. Вот поставили типа вот такого чего-то. И сейчас у нас, в принципе, этот механизм работает очень довольно хорошо. Вот у нас вот так вот все работает примерно. Вы можете наблюдать то, что у нас песок, пыль точнее, перерабатывается. И перерабатывается сам гравий. И все это идет сюда. Вот сколько у нас ресурсов. Это, конечно, не за все время. Это за минут так 20-30. И это и то я играл без съемок. И мне было нечего делать. И, ребят, я хочу заняться такой штукой, как таункрафт. И сегодня мы, наконец-то, будем таумитаургами. Но это не точно. Сейчас мне нужно сначала найти мой тауминикон. Где же он мог спрятаться? Вот он, тауминикон. И первое, что нам понадобится, это почитать. Прочитайте вот это все. Давайте почитаем геномы. Поставите на паузу и прочитайте. Вот это вот растение, это великое дерево. Серебряное дерево, серебряный лист, огненный жемчуг, магические бобы и так далее. Зачарование, спешка, восстановление и так далее. Это все вы читайте сами. Добавляется там кинг. А, это был не там тикер, прошу прощения. Так, руды, бывают всякие вот такого вида руд. И, конечно же, добавляется все там к таункрафтам. Тут, ребят, новые вкладки, это, походу, я понял, что эта штука. Это, да. С помощью нее вроде как-то можно сделать кое-что прикольное. Но это еще большой секрет. Вот тут это волшебные палочки, все надо будет изучать. И, конечно же, алхимия, изобретение, это все начальное. Гномьи сундуки и вот такие вот штуки, голодные сундуки, точнее. Все так далее, вот это вот все. И вот там инженеры. Это все оно. Сейчас мы, конечно же, займемся вот этим вот. Для начала нам нужно почитать магические аспекты. Вот сколько у нас аспектов, это все начало, начальные аспекты. Аспекты, да. И, конечно же, исследование. Чтобы исследовать, нам нужно будет вот такая вот штука. Мы ее скрафтим, но у нас нету вот этих вот штук. И сюда нужно будет стекло. Нужно будет вот это. Это как раз стеклянный пузырек. Можно вообще взять любой пузырек. Именно, не именно стеклянный, вот как видите. И любое чернило. Получается, и вот это все нам нужно будет соединять вместе. И вот так вот все это будет выглядеть. И так далее. Вы можете поставить на паузу, почитать. Я это все знаю, как получить тауминикон. Можно трынкать палкой на книжную полку. Конечно, мы могли это сделать уже давным-давно, но я не хотел этого делать. И сейчас я займусь... Так, пока вы читаете, я просто поговорю. И сейчас я займусь, наверное, магическими аспектами. То есть для начала мне нужен будет стол. Стол, он крафтится... Как же крафтится стол? А я знаю, как крафтится стол, ребята. Нам нужно дерево, великое дерево. И, конечно же, побольше земельки. Наверное, мне нужно будет срубить это дерево, потому что оно уже нам не нужно. Но и сюда великое дерево посадить. Я не знаю, хватит ли места для нее. Так, у меня сломалась наша вот эта вот штука. Ножницы называются. Я просто, да... Я просто замечательной дикцией сегодня, как всегда, в принципе. И, ребят, вот это все срубаем. Так, и тут остался листочек, остался эти листочки и осталось вот это. Так, если есть у меня топор, то это очень замечательно, но у меня, походу, нет топора. Придется его скрафтить, конечно же, ребята. Давайте скрафтим, где у нас палки. Палки у нас нет палок. Да? Я приступил сразу, это... К тому моду, который будет главный мод у нас. Это, конечно же, магия. Не зря ведь я прозвал свой сезон Остров Мага.
Случайно я сделал не топор, а кирку. Ну ладно, пусть будет, в принципе. Давайте срубаем нашу елку, которая уже Новый год как давно прошел. И, конечно же, я просто немного тупанул, и с Новым годом я вас не поздравил, ребят. Простите меня, пожалуйста. Сейчас нам надо будет купить где-нибудь такое же дерево, только дуб. Темный дуб. Погнали, ребят, погнали искать ученика-фермера. Вроде у него есть. Ага, понятно, деревья великого дерева у него нету. Так, давайте поищем, где же можно купить. Наверное, у ученицы магии нет. Это обменять, конечно же. Так, торговать у тебя можно купить узел ауры, но это еще потом. Можно купить уже жезл, который готовый, но... Ребят, давайте, конечно же, этого делать пока не будем, потому что... Будем наслаждаться тем, что есть. То есть, будем крафтить и наслаждаться. А сейчас нам нужно найти где-то купить вот этот вот... Так, ты... Нет, ты ювелир, ты не продаешь, ребят. Да. Странно, очень странно. А где же купить тогда? Походу, тут не купишь самого. Да, тут вообще ничего нету. У тебя обмен только. Но мне обмен не нужен. Мне нужен дерево. Но дерево я чё-то не вижу. А печально. Печально, ребята, нету дерева, я не вижу. Могу купить сразу багровую книгу и изучить весь Толминикон. Но, опять же, этого я делать не буду. Потому что... Не получишь удовольствие от того, которое нужно. И, конечно же, сейчас мне нужно будет искать саженец дуба. Вот этого темного дуба. Я не знаю, где именно его купить, потому что... Блин, черт возьми, где же тут дуб? Да. Походу, его никто не продает. Поэтому, ребят, давайте пишем из хомы. Я напишу, а вот для вас придут. А, ребят, я понял, как можно получить дерево, да, дерево вот этого великого дерева, дерево великого дерева, древесину великого дерева. Вот это все из дуба и вот таких вот штук. Ха, да, сложно будет у нас, да. Где же купить бы его лучше? Мне самому лучше стоит купить, потому что... Та-дам, и я уже дома. Сейчас нам нужны будут дубы. Ну, или ель. Там вроде ель понимаю, да ведь? А, у нас ведь... Да. У нас есть, в общем-то, даже дуб обыкновенный. Давайте возьмем вот столько штук, чтобы сразу посадить дерево вот это вот великое. Я могу потратить... Нет, спасибо, чувак. Если ты смотришь мои видосики, то... Чувак, спасибо большое. Но я покупать не хочу. Я пошел обменяю, как честный человек. Опа. Ребят. Знаете, что я нашел? Да, вы правильно меня поняли. Я нашел древесину. В принципе, гнилая плоть тоже стоит подобрать. Давайте выкинем вот это. Лопата не нужна. Вот, все. Все остальное это мне нужно. А я мог бы выкинуть, конечно, другие вещи еще. Так, вот так вот берем. Блин, конечно, очень много просят с меня. Мне надо 32 штуки, чтобы посадить сразу саженец великого дерева. Но 30 дуба это слишком уже много. Нам еще свой нужен будет дуб, поэтому, ребят, телепортируюсь домой. И спокойно 8 штук дуба юзу куда-нибудь. Мне это, наверное, хватит, но не точно. Вот тропические деревья мы можем и делать. У нас нет костей, вот в чем беда. Нет, у нас есть костяная мука. В принципе, мы можем все это сделать, но почему-то я еще не хочу. Так, вас никого тут нету? Нету. И, конечно же, все. Давайте, ребят, начнем. Первое, то, что выложим весь хлам. И здесь я буду, наверное, заниматься там крафтом. Вот сюда поставим всякие штучки. И эта комната будет моя чистая, вот так вот. Просто позаниматься там крафтом, чтобы прийти или поставить где-нибудь на улице, наверное. Не, скорее всего, будем заниматься туда. Давай, ну, ребят, давайте заниматься тут. И, конечно же, да, сначала нам нужно сделать палочку. И еще сделать, найти Толминикон бы. А, Толминикон у меня. Дерево, великое дерево. И сейчас мне нужно стекло.
чтобы будет кромовые вот эти штуки купить. И, конечно же, сейчас... А, ну, кромовые штуки нам не нужны. У меня есть 4 штуки. Золото. И нужна железо. Железо, где ты железо? Один кусочек железа хотя бы. Ладно, мы разбираем, получается, железный блок. Берем кусочка 2. Потом... А, нет, нет, кусочка 2 не берем. Нам вроде хватит и вот этого. Разбираем его. И, да, нам хватит. Даже больше будет. Раз, два. Ставим вот так вот. Делаем. Та-дам! И у нас палка на 225 бис. Сейчас нам нужно будет сделать столик. Так, тут не показано, где делать столик. Нет, показано, как делать. Вроде бы. Вроде бы, но это не точно. Да, тут пока не показано, как делать столик. Эх, печально. Печально, печально, печально. Но не очень так уж печально. Так что. Давайте сделаем столик. Вроде даже может столик где-то здесь. Нет, 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 нет. Столик даже не здесь. Вот, столик, ребят. Да, я нашел. Это там изобретение. То есть стол. Вот так делается стол. Стол, оказывается, делается из обычной древесины. Я не знаю, зачем мне нужна была саженец великого дуба. Я тупанул, ребят. Да. Нам надо будет таких 3 столика, и сейчас берем обыкновенную древесину, которая у нас есть. Это вот это, и этого нам даже, наверное, вполне хватит. Да, вполне хватает. Ставим сюда вот так вот, даже... Стоп. Нет, нет, нам еще не хватит. Нам нужно еще 6 стульчик, и вот так вот делаем. У нас даже будет 4 столика. Ну, ладно. Один столик вроде тоже для чего-то пригодится, но это потом. Погнали, ребят, сюда. Ставим сюда вот это и ставим сюда. Сейчас бы купить чернила и сделать нам, конечно же, окуляр, который будет производить нам бис. Вот так вот. Нет, он делается не так. Значит, получается, он делается... Ставим сюда и, кстати, дернем вот это, чтобы сделать здесь эту штуку. Так, и вот так вот. Хам. Эх, и что тебе не нравится? Так, счет я тут немного намудрил. Оп. Видимо, нельзя сделать вот так вот. То есть это печально. Сейчас будем бегать, изучать всякое. Вот, уже первый изучил. Это был булыжник. Камень изучил. Березовые доски мне еще доступны. Не доступны. Изучение, точнее. Снег можно изучить. Да, можно снег изучить. Я нашел подсказку. И... Нет, не нашел подсказку. Вы в правом углу, конечно, не увидите, но для меня видно, что это предмет нельзя изучать еще для меня. Так, дерево нельзя мне еще изучать, траву тоже пока нельзя. Ну, все, что можно было, я уже изучил. Сейчас мне нужно, конечно же, штука под названием... Сейчас посмотрю. Так и называется, ребят, прям сейчас посмотрю. Таумметр, конечно, он мне не нужен уже. Мне нужны чернила с пером. Для этого нам нужно, получается, сделать... Где у нас стекло? Стекло я потерял, стекло. Ага. Стекло я оставил тут, и делаем вот так вот. Будет 3 у нас путля, но, конечно, не 3 путля. Нам нужно перышко. Кстати, куриное перышко. Куриное перышко. А еще, еще будет перышко быть. Птичье перышко. Опять моя дикция очень хорошая. Где же... У нас нету перьев. Походу, нам надо будет ставить новый загон и разводить там птиц. Ребят, я куплю сейчас птиц, а вы подождите. Вот, ребят, я и купил. Конечно, сейчас будет не очень, но поставим сюда 2 курочки, вот так вот. 4 курочки, сейчас будем их разводить. У нас есть семена, и даже очень хорошо то, что они есть. Блин, нет, давайте не будем семена тыков, а будем использовать семена именно... Попробую даже вот эти семена использовать, если их можно. Я имею в виду семена кактуса и всякое вот это вот. Нет, на них это тыкать нельзя. Давайте убьем одну курицу, потому что она нам нужна, и из нее должно выпасть перья. Но из нее не выпали ни единого пера. Даже, наверное, перо можно было где-то купить, но я решил сделать по-сложному. Поэтому пусть у нас будут куры. И сейчас бы поесть мне чего-нибудь. У нас есть еда, и это очень даже хорошо.
Вот, покушаем. И сейчас нам нужны чернила. Пойдемте в воркшоп. И, конечно же, будем искать чернила. Чернила можно купить, я не помню где, но точно знаю, что их можно купить. Так, у тебя может купить чернила. У тебя нету чернил, у тебя может быть... А у тебя вообще обменивать что-то. А зачем мне кольчуга? Зачем мне это все пока что? И, конечно же, где чернила? Чернила могут быть у самого фермера. Если есть у тебя чернила, да. У фермера есть чернила. Покупаем полстака чернил. Нам этого хватит даже, наверное, на весь сезон. Ну, или, в конце концов, до вайпа. Эх, надеюсь, что не будет вайпа, но... Скорее всего, он скоро произойдет, но... Ребят, это будет печально, потому что я ленивая жопа и... Просто не выкладываю видеоролики по Техномедли Скай, а... Зайдет вайп, и больше Техномедли Скай не будет. Точнее, будет, но будет он выходить уже в другом. То есть, мы придется развиваться все заново. Давайте ставим сюда, дрункаем, и у нас есть всякие аспектики. И еще нам бы желательно бумаги, но у нас, к сожалению, точнее, к счастью, есть вот это вот. Надо, наверное, сделать побольше ферму, и я займусь это за кадром. Пока нам 16 штук, наверное, хватит. И может даже где-нибудь купить бумагу можно будет. Так, для начала, конечно же, нам нужно будет... открыть интернетик, чтобы посмотреть, как делается из-за всяких аспектов аспект. Ребят, увы, только так я и могу делать. Так что пауза, я сделаю все аспекты. А для вас это, конечно, пару секунд и даже по щелчку, и у вас уже все готово. А у меня это будет очень долго. Ну вот, ребят, почти я сделал все. Но не хватает одной штуки, это как вроде пшеница или не пшеница, сейчас я вам скажу, как это называется, метом. Получается, это такой серп. Его мне как раз и не хватает. Конечно же, я сделаю его, но уже за кадром. Сейчас я могу изучать абсолютно все, давайте изучу, вот зомби идет. Все, у зомбирей есть, получается, один человечек, один вот этот вот земля и два вот этого. Кстати, мы можем сделать человечка, точнее, мету прямо сейчас. Закроем дверь, чтобы нас не тревожили зомби. Так, нам нужно вот это вот. А для этого нужно, конечно же, орда. А орда, блядь, восстановилась. Увы, пока еще ничего не сможем сделать. Но мы зато можем уже изучать все. Абсолютно практически все. Вот я изучу сено, я изучу сейчас вот это вот. Древесина гивея, тогда изучила. Морковку могу изучить, да, бог траве уже изучил, тыковку изучим, сажалец тыковки изучил и так далее. Я нашел какую-то подсказку, кстати, ребята, этого, конечно, вы не видите, но зато вижу я. Сейчас еще картошечку изучим. Вот сейчас буду просто ходить все изучать, потому что зомби офигел, да? Вот можем сейчас изучить сундук. Так, изучаю, бегу на шуфте. Вот так вот, а зомбаря надо как бы убить. Как-нибудь убить. Иди сюда. Ай, ай-яй-яй. Убиваем зомбаря. Ай, он меня поджег. Надо отушить свой пукан. Вот так вот. Мы можем даже вроде опыт. Да, опыт изучили, бам. У нас есть опыт. Сейчас изучу печки. Можно шифтом. И изучу всякого вот такой вот штуки. Просто будем изучать тупо все, что подряд у нас тут есть, конечно же. Так, еще осталось сито попробую изучить. Можно изучать. Можно изучать. Офигеть, ребят. Просто офигеть. Я изучаю все, абсолютно все, даже вот. Так, сундуки изучили, вот. Это изучено. Факел изучил. Опа, здравствуйте. И, конечно же, еще курицу изучу. Так, корову изучим. Забор изучим. Ну вот, в общем-то, ребят, я буду всякими изливаться изучением. Так, надо рычаг изучить. И так далее. Этот видеоролик подошел к концу, ребята. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Томикал и Техномеджик Скай. Всем пока-пока.